В историческом парке «Россия. Моя история» прошла республиканская командная олимпиада по функциональной грамотности среди школьников. Она включала в себя три этапа, в ходе которых участники обменивались идеями на тему эффективного использования получаемых знаний и умений для решения задач в различных сферах жизни. В финал олимпиады вышли команды 10 школ Дагестана. Всех участников поприветствовали ректор Дагестанского института развития образования Гульнара Ахмедова, руководитель исторического парка «Россия. Моя история» Тимур Велиханов, консультант управления общего образования Миноборнауки Республики Дагестан Лейла Абасова и другие представители сферы развития. По итогам финального испытания победителем олимпиады стала команда «Интеллектуалы» Кизилюртовской школы номер 7. Серебро завоевали участники сборной «Гениус» и средней школы номер 2 поселка Мамедкала Дербенского района. А бронза досталась мыслителям Черкесского образовательного центра имени Омарова из Буйнакского района. Отметим, что программа олимпиады включала в себя и развлекательно-познавательную часть. Школьники смогли побывать на интерактивных площадках, а также стали зрителями концерта, подготовленного воспитанниками Махачкалинской детской школы искусств номер 2 и номер 5 имени Мурадова.